Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссеры Айдын Слепцов, Михаил Эверстов. А в нашей студии гость – врач, детский психиатр Якутского республиканского психоневрологического диспансера Юлия Касьянова. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Кроме прочего, вы стали, по мнению Минздрава Якутии, лучшим молодым врачом нашей республики в этом году. Я вас поздравляю. Спасибо. И кроме этого, вы являетесь основателем бесплатной школы психического здоровья для якутян. Да, я уже на протяжении 2-3 лет читаю бесплатные лекции для населения, которые может послушать любой желающий. Это замечательно, когда есть возможность обратиться за помощью, и приятно, что это можно сделать бесплатно, значит, это может сделать абсолютно любой человек. Я думаю, к этой теме мы еще обязательно вернемся, но начать я хочу наш разговор с темой заявленной. А звучит она так: подростковая агрессия и буллинг. Первый мой вопрос: сталкивались ли вы сами с буллингом и что такое буллинг? Давайте расскажем тем, кто об этом, возможно, слава богу, не знает. Буллинг – это травля, это регулярное психологическое и физическое давление на жертву, которое осуществляется либо группой лиц, либо одним человеком. И характерными особенностями буллинга является злой умысел и неравномерное распределение сил между жертвой и агрессором. Я с буллингом встречалась в плане своей профессиональной деятельности, и, к сожалению, в школе это иногда наблюдается. Буллинг часто можно перепутать с конфликтом, если не знать их отличительные особенности. Главное отличие травли от конфликта, да, еще раз повторю, это неравные силы. То есть это когда против одного человека определенное количество людей. Да, все верно. Когда против одного ребенка начинает действовать либо весь класс, да, либо какая-то определенная группа детей. И, как правило, жертва здесь чувствует себя беспомощной. Ребенок, он не виноват в случившемся, да, и буллинг – это целенаправленное действие. То есть если конфликт, он всегда возникает спонтанно и сопровождается выбросом накопившихся эмоций, то буллинг – это спланировано. И здесь я могу привести такой пример. Например, возьмем детей 5 класса, у которых были соревнования по физкультуре. Нужно было пройти полосу препятствий. И участвовал весь класс, но в тот день девочка, назовем ее Вика, почувствовала себя нехорошо и подвела класс. Ребята проиграли. После случившегося некоторые дети ей высказали в лицо, что ты нас подставила, ты поступила некрасиво, но на этом вроде бы конфликт утих. Спустя пару дней она начала замечать, что над ней издеваются одноклассники, пишут ей унизительные записки, на перемене толкают, говорят, давай быстрее, ты почему все так делаешь медленно? И это продолжалось систематично и длительно. Она пыталась с ними поговорить, но дети не шли на уговоры и ее не слышали. Вот это яркий пример буллинга или травли. А почему дети не слышали ее просьбы? Их же было много, и кто-то один же мог услышать. Почему так происходит, что никто в этот момент не слышит человека, который вот, ну, становится жертвой? Ну, как правило, дети находят более слабого ребенка, выбирают его жертвой и начинают над ним совершать какие-то издевательства. Иногда это бывает только психологически, а иногда это бывает и даже физическое какое-то насилие. То есть могут быть избиения, различные драки. Но это ведь может быть по сути, да, если я правильно рассуждаю, что это может быть на самом деле человек не слабый. Просто действительно, как вы верно сказали, силы неравные, и он один, а там группа людей. То есть он сам по себе, может ли такое быть, что жертвой буллинга станет человек, в общем-то, который сильная личность, но из-за того, что силы неравны, он потерпит поражение такое? Да, такое тоже встречается, когда против одного ребенка получается целая группа лиц, он, к сожалению, ничего не может сделать. Но чаще бывает так, что жертвой буллинга становятся такие дети, которые, например, тревожные, да, или астеничные, слабые, и у которых нарушена коммуникация с другими детьми. А как взрослым распознать, что с ребенком происходит вот такое? Как родителям это понять, как учителям? Потому что вот чаще как будто бы взрослые этого не видят. Либо дети так это скрывают тщательно, либо стесняются, либо взрослые такие невнимательные.
Что могут сделать родители? Родители замечают, что ребенок, который раньше ходил с радостью в школу, он от этого отказывается, перестает посещать какие-то общественные мероприятия, может быть, спортивные кружки и секции. Также родитель может заметить, что на теле ребенка появляются синяки, ссадины, какие-то порезы, то есть физические увечья. И еще одним очень важным признаком буллинга является отсутствие в доме каких-либо вещей, которые раньше были. Ну, например, пропали какие-то дорогие предметы. Или это могут быть испорченные вещи, порванные учебники, порванная одежда. В то время как те дети, которые, наоборот, становятся агрессорами, у них это дома начинает появляться. Может быть, золотые украшения или что-то из бытовой цифровой техники. Это вот один из таких очень важных и ярких симптомов, признаков травли. Но я думаю, родителям, наверное, очень сложно поверить, если их ребенок тиран, да, если они даже что-то такое увидят, и ребенка спросят, он, может быть, как-нибудь, ну, обманет, там, скажет вот что-то такое, да, и дальше могут они не пойти. А вообще, как правильно родителям в таком случае говорить с ребенком, чтобы его вызвать на доверительный, откровенный разговор, чтобы он все-таки поделился и рассказал? Здесь важно понимать, что ребенку очень тяжело говорить о своих переживаниях, он может быть уязвим, поэтому нужно родителям запастись терпением и понимать, что этот разговор он будет достаточно деликатным. Если ребенок все же не раскрывается, не нужно пытаться задавать ему много вопросов, устраивать допрос, нужно попробовать посмотреть тему буллинга через какой-либо кинофильм. Да, посмотреть вместе передачу и спросить у ребенка, а что ты думаешь, при том как про жертву, так и про агрессора. То же самое можно через художественную литературу. И в таком случае ребенок, он, как правило, раскрывается, да, он хотя бы говорит о своих переживаниях, он высказывает свое мнение. Ну или еще один такой пример — это когда родитель подходит к этой тематике со стороны примера на другом ребенке. Вот у моей знакомой есть сын, который подвергается травле в школе. Вот что ты думаешь по этому поводу? И тогда ребенок, возможно, раскроется. Но опять же, нужно быть очень осторожным. Ну да, так как будто бы ты мнение ребенка спрашиваешь, да, как будто бы советуешься с ним, и он тогда действительно как взрослый, да, начнет рассуждать, там, да, как-то доверием проникнется. Или можно спросить, а сталкивался ли ты с таким, а видел ли ты такое отношение? Вот я из своего детства помню фильм «Чучело», по-моему, ну, лучший вот про буллинг. Я фильма не видела, может быть, я как-то подотстала от времени, но мне кажется, вот там очень четко показано, что происходит, да, почему это происходит, и как это увлекает тех людей, которые начинают гнать вот этого загнанного человека и практически не могут остановиться. То есть они как будто бы как... уже чувствуют, вот я не знаю, запах крови, да, им уже невозможно самим как будто бы сказать «стоп». И показано, как взрослые бессильны в этой ситуации. Хотя там замечательный дедушка, да, который очень любит свою внучку, хотя там прекрасные учителя, которые не агрессивные совершенно, да, и такие достаточно располагающие к себе, но тем не менее они ничего не могут сделать. Нередко в таких случаях требуется помощь психолога и психотерапевта, как со стороны жертвы, так и агрессора. Нужна именно профессиональная помощь. Да. Давайте поговорим о самом ребенке, который вдруг подвергся такому издевательству, такому насилию. Нас сейчас демонстрируют на телевидении ваши фотографии. Кстати, мне очень они понравились. И такая удачная фотосессия вот как раз про то, что вы лучший врач этого года. Спасибо. Замечательные фотографии. Но вернемся к нашей теме. Как ребенку реагировать на издевательство и чего ему не стоит делать в этот момент? И как защитить самому себя, и возможно ли это? Ну, кроме того, что вы сказали, что нужна помощь. Ребенок не должен реагировать на издевательство. Когда группа лиц издевается над одним ребенком, и он дает им ответную реакцию, они этими эмоциями еще больше заряжаются. Их, наоборот, это провоцирует еще больше и больше проводить вот эту травлю. Поэтому ребенок должен быть хладнокровным, ни в коем случае не должен отвечать на это. Часто бывает, что дети в ответ дают агрессию, да, и ребенок он должен поставить в известность, ну, прежде всего, своих родителей, рассказать об этом родителям и учителей. Об этом не нужно молчать, должны знать в школе и учителя, и завучи, и психологи. То есть это должна
быть такая очень острая тема, которая должна обсуждаться, это не стоит замалчивать. Ну, ребенок в таком случае может побояться, что он и так уже изгой, да, и так он уже какой-то вот не такой, как все, его травят. И если он еще сейчас нажалуется, то его тогда вообще там закидают камнями и забьют совсем. Ему наверняка в этот момент очень страшно и сложно об этом сказать взрослым. Родителям бывает легче сказать, да, учителям об этом сказать сложнее, но педагоги, они, как правило, подготовленные, да, они знают, что такое может быть в школе, поэтому со стороны учителей это тоже должен быть деликатный разговор с классом. Также важно спросить мнение, опять же, как при просмотре кинофильма, что, дети, вы думаете, и нужно учителям объяснять, что чувствует и жертва, и агрессор, но это все должно быть очень-очень аккуратно. Но, к сожалению, иногда бывает единственным выходом это радикальные меры, это смена школы. Вот смотрите, я слышала такие случаи, когда вот над ребенком издевались, а ребенок жаловался родителям, и родитель шел разбираться с детьми или с ребенком. И уже тогда родители того ребенка начинали говорить о том, что вообще как такое возможно, почему не с нами, почему с ним. То есть еще дальше затягивался конфликт не в то русло. То есть родители могут напрямую, ну, хотя это было эффективно, последствий не было. То есть тот ребенок, к которому обратился родитель пострадавшего ребенка, он испугался. То есть он побежал своим родителям, сказал, но он больше этого ребенка не трогал. Иногда бывают обратные ситуации, когда агрессор узнает, что жертва рассказала о своих переживаниях родителям, а он еще больше на него начинает давить. Поэтому родителям тоже бывает достаточно сложно признать эту ситуацию, что такая проблема есть, но здесь взрослые люди не должны терять голову, не должны идти на поводу своих эмоций. Нужно подойти к учителям, к руководству школы, сообщить о данной проблеме уже вместе с психологами и с учителями работать над этим. То есть ни в коем случае не разбираться с самим ребенком. Можно поговорить с родителями агрессора, но насколько это будет эффективно, все зависит от их семьи. Поэтому лучше делать через учителей, через психологов. Ну, к психологу в таком случае тоже, наверное, нужно прийти и одной, и второй стороне, чтобы это было два мнения, и тоже где же найдешь вот таких сознательных прям родителей, которые готовы найти время, наверняка это меньшее количество, чем родителей других. У психолога тоже должна быть комплексная работа, потому что здесь себя чувствуют несчастными как жертва, так и агрессор. О том, как распознать самого агрессора и как родителю понять, что его ребенок тиран, и что с этим делать, как это признать и с этим согласиться, мы поговорим во втором блоке. И прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Слушателям и зрителям я скажу, что нас не теряйте, мы очень скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии детский психиатр, врач республиканского, Якутского республиканского психоневрологического диспансера Юлия Касьянова. Мы говорим на тему буллинг, о том, как распознать, что с вашим ребенком происходит что-то неладное, что он подвергается насилию, издевательствам. Мы сейчас рассказали, как такому ребенку и как распознать, если твой ребенок, к несчастью, сам тиран, то есть он занимается тем, что издевается над тем, кто слабее, младше или же один, или создает какую-то группу людей для поддержки и продолжает это делать уже более мощно. У агрессора есть характерные изменения в поведении. Ребенок прежде всего становится таким агрессивным, он становится эмоционально неустойчивым, раздражительным. На любую просьбу родителей он может реагировать злостью. Он постоянно занят какими-то своими делами, о которых он может не рассказывать родителям. Также резко снижается успеваемость. Если ребенок раньше хорошо учился, он становится троечником или даже скатывается до двоек. Но основная его черта, да, это эмоциональная неустойчивость. То есть вы замечаете, что ребенок какой-то сам не свой. Ну и опять же в доме могут появляться различные предметы, которых раньше не было. На его теле тоже могут появляться увечья, потому что иногда бывают у таких детей не только травля в отношении жертвы, но бывают и конфликты с другими детьми. Алгоритм поведения родителя такой же. Тоже нужно поговорить о том, что вот есть такие ситуации, что ты думаешь про это, что ты думаешь про то. Да.
тоже такой же алгоритм. А права ли я, если я скажу, что агрессорами чаще становятся те дети, которые не могут в семье как-то заявить о своих нуждах, о своих проблемах, которых в семье очень прессуют, и они потом выходят за пределы семьи и делают то же самое с тем, кто слабее их, то есть дома цепная реакция. Да, такое встречается достаточно часто, и вот основной фактор того, что ребенок становится агрессором, это как раз-таки проблемы в семье. Это могут быть как неблагополучные семьи, это могут быть и наоборот семьи, где родители постоянно работают, постоянно чем-то заняты, не уделяют ребенку достаточного количества времени, или же могут быть внутрисемейные конфликты, когда идет непонимание между родителями и ребенком. Ну, жертвой тоже может быть ребенок из такой семьи, где он обделен вниманием. Он же может это быть такой, ну, бессознательный призыв, обрати на меня внимание, даже так. Вот такая группа людей, получается, она же его преследует, как действительно вот загоняет его в какой-то угол, но вместе с этой агрессией он получает еще огромный поток внимания в свою сторону. То есть вот оно такое исковерканное, но тем не менее это внимание. Да, дети, которые недополучают родительского внимания, они готовы на многое. И в моей практике был такой случай. Мальчик около 15-16 лет, он имел уже и судимость, и много приводов в полицию у него было. И когда я спросила, а зачем ты это делаешь, он сказал, я делаю все для того, чтобы привлечь внимание мамы. Когда я делаю что-то нехорошее, она на меня обращает внимание, она меня любит, обнимает, говорит, чтобы я исправился, что у меня всю жизнь получится. Вот сейчас у меня сложный период, который нужно пережить. А когда я делаю все хорошо, когда я помогаю ей по дому, помогаю с братьями, сестрами, она говорит, что я плохой и я ни на что не способен. То есть ребенок вот для того, чтобы привлечь внимание. А чем же он плох, если он во всем помогает? Или помогает как-то не так, не справляется, наверное? Ну, вот этого он нам не сказал, но говорит, что когда я делаю все, как делают нормальные дети, да, с его слов это было сказано, мама меня ругает. А когда я веду себя плохо, она на меня обращает внимание. Это честный монолог ребенка, или он может это придумать, вот чтобы как бы, ну, как будто бы оправдать, например, свое плохое поведение? Или все-таки дети в такие моменты не врут? Нет, в тот момент мальчик был очень искренним. Скажите, вот в такие ситуации, когда они происходят уже в школе, ну, мне кажется, это уже прям, ну, такой пик, да, лучше обратиться в ваш психоневрологический диспансер? Можно обратиться для начала к школьным психологам, угу, и затем обращаться и к психиатрам, и к психотерапевтам. Но это все-таки, наверное, должны сделать сами родители. Или есть такие случаи, что дети сами обращаются, и потом как-то ребенок сам выходит, или без родителей здесь никуда? Здесь нужна помощь родителей обязательно. Потому что пока несовершеннолетний ребенок, да, сам, да, он не может постоять. Слушатели и зрители, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. В нашей студии сегодня врач, детский психиатр Якутского республиканского психоневрологического диспансера Юлия Касьянова. Мы говорим на тему буллинг, подростковая агрессия. И свои вопросы вы можете задать по телефонам прямого эфира 320066 и 321166. А мы продолжим. За время рекламы наши слушатели поинтересовались или зрители относительно насилия, которое может происходить в интернет-пространстве, кибербуллинг. Как вы можете прокомментировать популярность такого буллинга? Я думаю, что сейчас, даже с учетом того, что некоторые соцсети у нас не такие востребованные, но тем не менее мы все равно большую часть времени проводим все-таки там. Кибербуллинг – это очень распространенное явление в последнее время. Это травля с использованием цифровых технологий. Кибербуллинг, он может происходить как в соцсетях, так же в мессенджерах и даже на игровых платформах, когда дети играют между собой в компьютерные игры. И как в примере, который прозвучал в начале эфира с девочкой Викой, которая подвела команду, здесь может быть то же самое. Если в командной игре ребенок подводит свою команду и они проигрывают, то может начаться травля. Но чаще кибербуллинг все-таки происходит в соцсетях. И сейчас есть даже наказание за кибербуллинг. То есть это может быть либо административное наказание до 3000 штраф, либо это уголовная ответственность за распространение какой-то ложной информации и клеветы.
Смотрите, кибербуллинг это будет являться ли, допустим, в комментариях какое-то негативное мнение, например, какому-то человеке или оскорбление в его адрес? Это тоже кибербуллинг? Или все-таки это тоже про неравные силы, когда огромная группа людей, например, там кем-то ведомая против кого-то одного? Здесь отличие от обычного буллинга в том, что если агрессор, он начинает травлю своей жертвы, жертва может заблокировать его, а он может начать создавать множество других фейковых страниц. И отсюда создается впечатление, что этих агрессоров все больше и больше, хотя за этими страничками стоит один человек. Поэтому кибербуллингом считаются любые оскорбления, любая клевета и унижение. А как реагировать, когда это происходит? Кто-то отвечает такой же репликой, да, и как-то грубостью на грубость. Мне кажется, иногда это работает. Хотя вы сказали, что лучше не реагировать никак, да, на агрессию. Кто-то, наоборот, ничего не отвечает, кто-то на шутку переводит. Лучше всего не включать эмоции, не заряжать агрессора своей энергией, своим эмоциональным фоном. С кибербуллингом здесь немножко проще в том плане, что можно закрыть страницу. Да, сейчас во многих соцсетях страничка закрывается только для близких, для знакомых. И также, если все-таки человек подвергается кибербуллингу, важно делать скриншоты. Ни в коем случае сразу не удалять, нужно это все зафиксировать, потому что, как я уже сказала, за это возможно даже наказание. То есть можно обратиться в правоохранительные органы и написать заявление на этих людей? Ну, обязательно должны быть доказательства, поэтому делаем скриншоты, не удаляем сразу. А что с нашей психикой происходит, когда мы, вот, допустим, вступаем, да, пытаемся как-то защитить себя самостоятельно, вступаем в схватку с агрессором? И что происходит с психикой, когда мы, вот как вы говорите, отстраняемся от этого и как будто бы этого нет? Потому что ведь эмоция, она все равно рождается на то, что тебе прилетает. Мы ее тогда как-то подавляем, или же наоборот, ее, если мы вступаем, даем ей ход, вступаем в контакт. Если мы вступаем в контакт, мы только наполняем своими эмоциями, своей энергией агрессора. Наша реакция будет зависеть от нашего типа личности. Кто-то на это и не обратит никакого внимания, удалит этот комментарий, закроет страницу и забудет. Но есть люди тревожные, есть люди мнительные, которые воспринимают все близко к сердцу, они, конечно, будут по этому поводу переживать. Но все равно эмоции свои обидчику не показываем, а существуют различные методики проработки таких своих каких-то обид, своих эмоций, да, например, очень популярная техника работы с обидой называется «пустой стул», когда мы ставим напротив себя стул, где никого нет, и представляем, что там обидчик, и все это выговариваем. Таким образом мы выпускаем эту обиду, не копим, не держим в себе. То есть мы все равно эту эмоцию проживаем? Проживаем. Мы все равно даем ей место? Да, обязательно эмоции нужно проживать. Помимо вот техники «пустой стул» можно написать все то, что ты чувствуешь на бумаге. Это тоже очень хорошо помогает. Но эмоции важно проживать, так как все эмоции, которые мы испытываем и которые мы в себе подавляем, они никуда не деваются из нашего организма, и они могут вызывать возникновение различных заболеваний. А кто-то еще сублимирует это? Это тоже может помогать? Например, там, вот если взять и нарисовать что-то, даже если ты рисовать не умеешь, да, там, как будто бы ты эту эмоцию на бумагу, это будет эффективно? Да, существуют различные методики, в том числе вот арт-терапия, рисунки тоже очень эффективны в проживании своих эмоций, работы с ними. Тогда, в принципе, родитель может сам своему ребенку, да, помочь. Если ребенок откроется, он может ему вот предложить вот так свои эмоции выразить через рисунок того, что происходит, или все-таки все равно это нужно делать со специалистом? Конечно, родитель может помочь, но все-таки необходима помощь специалиста. То есть комплексная работа должна быть. На сегодняшний день у нас в обществе уже принято идти за помощью к специалистам? Или все-таки такие случаи как-то не дают ход, там, допустим, вот с места происшествия, со школы? Насколько вот вы часто привлекаетесь, чтобы помочь в этих ситуациях детям? Сейчас, к нашему счастью, все больше и больше внимания уделяется психическому здоровью. Если раньше об этом стеснялись даже говорить, то сейчас обращаются за помощью и к психологам, и к психиатрам, что, конечно, нас очень радует, потому что психическое здоровье — это одно из составляющих здоровья в целом.
И о психическом здоровье нужно также заботиться, как и о физическом. По роду своей деятельности мы сталкиваемся с такими ситуациями, консультирую. Ну и также в плане профилактики я достаточно часто хожу по школам, где рассказываю учителям, рассказываю детям, что нужно делать, если вы видите, что кто-то стал жертвой травли, или что делать, если, например, ты сам агрессор. Да? Конечно, дети не признаются в этом, но думаю, что информация для них полезна. Спасибо. И еще у нас есть вопрос от слушателей и зрителей относительно компьютерной зависимости. Раз мы уже говорим про интернет, то давайте, может быть, этой темы коснемся. Я думаю, что она точно популярна, потому что дети, по примеру взрослых, живут в интернете, а игровая зависимость, лудомания, она уже много лет бьет рекорды. Да, сейчас компьютерная зависимость, она тоже очень-очень актуальна, и с каждым годом она все молодеет, да, формируется даже у маленьких детей, что, конечно, очень страшно. Дети... Мне так с вами интересно, что я увлеклась и забыла, что у нас вот сейчас совсем скоро будет реклама. Мы на 2 минуты прервемся и после будем продолжать говорить о компьютерной зависимости, о том, что с этим делать, как с этим жить, хотя мы все с этим живем. Не теряйте, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы продолжаем. В нашей студии врач, детский психиатр Якутского республиканского психоневрологического диспансера Юлия Касьянова. Мы продолжаем тему буллинга, но сейчас остановились на теме компьютерной зависимости. Я вас прервала, пожалуйста, продолжите, что это на сегодня и как с этим жить. Компьютерная зависимость у нас делится на 2 вида. Это зависимость от компьютерных игр, она называется кибераддикция, и зависимость от интернета, называется сетигализм. Но сетигализм, он все-таки более популярен сейчас. Это то состояние, когда мы бесконечно мониторим соцсети, листаем ленты, 10-15 раз в день читаем новости, и это все сказывается на нашей психике. Нервная система истощается, это может приводить как к формированию зависимости, так даже и к формированию тревожно-депрессивных расстройств. Очень часто за компьютерной зависимостью прячется депрессивное состояние. Но это и дети, и взрослые. То есть дети, в принципе, же копируют нас, взрослых, а мы действительно уже, мы и книги уже читаем, да, там в интернете уже даже забыли, может быть, многие, как держать вот это печатное издание. То есть, ну, там действительно вся жизнь, чтобы быть в курсе новостей, ты, конечно же, доходишь сразу там на все сайты, смотришь. А есть ли какая-то профилактика вот такой интернет зависимости, компьютерной зависимости. И я даже слышала, что есть какие-то диеты, цифровые диеты, которые ты можешь брать себе на вооружение, но я не знаю, кто с этим справляется на сегодня. Как вы правильно сказали, что дети копируют нас, да, мы для них являемся образцом для подражания, поэтому самое главное здесь начать именно с себя, контролировать свое времяпровождение в интернете. Также очень важно ребенку показать, что есть интересная жизнь за пределами виртуального мира. Он может посещать какие-то кружки и секции, заниматься любимым делом. То есть важно, чтобы ребенок был чем-то занят. И когда он увлечен, когда он достигает каких-то определенных успехов, ну, допустим, в спорте, да, у него даже повышается от этого самооценка. Он понимает, что он что-то может. Также есть такое очень интересное упражнение, называется «Контроль времени». Сейчас во многих телефонах есть встроенная функция. Если нет, то можно скачать приложение по контролю времени. И важно завести дневничок, где мы отслеживаем, какое количество времени мы проводим каждый день в телефоне. И постепенно, по чуть-чуть уменьшать. Если сегодня, например, час, да, то завтра это будет 55 минут. И 5 минут вроде бы роли не сыграют, но по прошествии недели мы замечаем, что время уменьшилось там, уже на полчаса, на 40 минут. И в этот момент у нас физиологически идет выработка гормонов, нейромедиаторов для мотивации. И нам хочется все меньше и меньше времени проводить в интернете, то есть с этим справляться самостоятельно. Вот такое вот интересное упражнение, которое действительно показало высокую эффективность. А сколько сейчас людей, ну, я, конечно, не конкретное число, много ли людей сейчас, которые хотят вот уменьшить времяпрепровождение в интернете?
искренне хотят этого? Ну, родители очень часто приходят с таким запросом, что ребенок много времени. Относительно ребенка. Да, относительно ребенка. И мы всегда говорим, что вы начинаете с себя, посмотрите, сколько вы времени проводите, да, как вы организовываете свое свободное время, там, читаете, играете с ребенком, настольные игры, рисуете или что-то делаете, или листаете ленты соцсетей. Конечно, такие беседы профилактические, они тоже дают очень высокую эффективность, потому что родители тогда понимают, что начинать нужно с себя. Начинают заводить свой дневничок, да, контролировать свое время, и это отражается на ребенке. Наверняка такую помощь вы оказываете в вашей школе психического здоровья для якутян. Вот у нас отлично, что остается некоторое время. Расскажите, пожалуйста, о том, что это за школа, где вы проводите эту школу, что там происходит, какие результаты у тех, кто приходит в эту школу, и для кого она какая-то, может быть, не знаю, возраст какой-то определенный. Кто туда чаще приходит? Я уверена, что, наверное, больше женщин, как обычно у нас, чем мужчин. Начну с предыстории. Около 2-3 лет назад ко мне пришла такая идея, что я хочу делиться своими знаниями. Мне очень это нравится, и я хочу, чтобы люди обращали внимание. Бесплатно причем. Да, бесплатно. Что в наше время не так часто встретишь. На энтузиазме. Мне хотелось, чтобы люди знали о психических заболеваниях, знали, как вовремя их распознать и куда обратиться за помощью, потому что я сама часто встречалась с тем, что человек просто не знает, куда ему идти, а что мне вообще делать, задается таким вопросом. Я начала читать лекции, тогда я еще училась в ординатуре, и до сих пор этим занимаюсь, очень люблю свое дело. Лекции проводятся у нас ежемесячно, 1-2 раза в месяц. Посетить может любой желающий, не без возрастных каких-то ограничений. Чаще, конечно же, приходят женщины, как вы правильно сказали. И темы, они всегда разнообразные. Последняя лекция у нас была посвящена тревожным расстройствам, потому что сейчас идет такой всплеск именно тревоги. На этих лекциях сначала идет теоретическая часть, я рассказываю, что это такое, что за состояние, как формируется, и потом обязательно практическая часть, где мы разбираем упражнения по самопомощи, как можно помочь самому себе, что можно сделать, когда ты чувствуешь тревогу, когда ты чувствуешь себя как-то подавленно. Но я ни в коем случае не призываю заниматься самолечением, если люди понимают, что сами не справляются с этой проблемой, то я настоятельно рекомендую идти к врачу. Может быть, какой-то маленький кусочек из вашей лекции, как вот человеку самому себе помочь? Ну вот выберите сами. Может быть, это будет про тревожность, может, про что-то другое. Поделитесь с нашими слушателями и зрителями. Я всегда рекомендую в состоянии стресса, в состоянии тревоги проводить дыхательные упражнения. Их очень много. Я хочу поделиться с вами двумя упражнениями. Первое называется «Удвоенное дыхание». Суть состоит в том, что нужно делать выдох в 2 раза длиннее, чем вдох. Если вдох у нас будет 3 секунды, выдох 6, вдох 4, выдох 8. Обязательно вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Таким образом мы активируем нервную систему, которая отвечает за наше успокоение, урежается дыхание, сердцебиение, человек обретает такое душевное спокойствие. Также эта методика, она помогает уснуть. Вот у кого есть проблемы со сном, приходящие, да, неустойчивые, когда уже на протяжении нескольких месяцев человек не может нормально спать, а вот бывает же такое, что лежишь и не можешь уснуть. Вот эти методики, они как раз-таки очень эффективны. Еще одна техника называется квадратное дыхание. Здесь нужно дышать по квадрату. То есть мы делаем вдох 4 секунды, пауза 4 секунды, выдох 4 секунды и опять пауза. Вдох, пауза, выдох, пауза. Но хочу отметить, что при проведении дыхательных упражнений не должно возникать каких-либо неприятных ощущений, не должна кружиться, болеть голова, дискомфорта где-то в области груди не должно быть. Если вы это испытываете, то я рекомендую остановиться, себя не мучить и повторить либо чуть позже, либо, возможно, это упражнение вам не подходит, можно попробовать какое-то другое. А сколько раз так нужно сделать? Примерно 3-5 минут.
А что в этот момент происходит, когда мы так дышим с нашим тогда мозгом или с нашей душой, или с нашим телом? Тогда через тело, получается, мы успокаиваемся. Это все физиология. Мы активируем парасимпатическую нервную систему, систему отбоя. А она урежает наше дыхание, урежает сердцебиение, снижает кровяное давление, помогает человеку расслабиться и уже отойти ко сну, когда вот бывают проблемы со сном особенно. Все-таки важно расслабление, да? Да, очень важно уметь расслабляться, проживать правильно свои эмоции, справляться со стрессом, потому что стресс — это фактор возникновения многих заболеваний. Расслабление, какая-то профилактика расслабления должна быть как чистка зубов для человека, то есть он должен все равно находить для этого время, даже если времени на это нет. Это должно быть систематично, да. А сколько раз, например, там в день вот так подышать или в неделю? Или можно ли это заменить там чем-то, что приносит удовольствие, например, массаж? У нас же в нашем обществе долгое время расслабиться — это равно выпить. И это как раз-таки наоборот все. Можно ли заменить, например, массажем или, не знаю, медитацией? Вот медитация же тоже это про дыхание. Медитация сейчас очень популярна, массаж. Ну, массаж рекомендуется 2-3 раза в неделю, да, по показаниям. Да, так часто. Курсом 10-15 процедур. То есть это систематично, например, там весна, осень, да. А дыхание в любой ситуации, когда вы чувствуете какое-то напряжение, состояние стресса, и кажется, что я вот-вот сейчас взорвусь, пожалуйста, практикуйте, это не противопоказано. Но опять же, чтобы не было каких-то побочных эффектов, да, не кружилась голова, не болело сердце. Вот еще... Все-таки американцы, извините, перебила вас, я вспомнила «Секс в большом городе», где там Шарлотта с двумя детьми не могла управиться, она ушла в комнату, чтобы не кричать на детей, и, кстати, там подышала и вышла уже в хорошем состоянии, извините, перебила. Да, дыхательные методики помогают, и покричать, кстати, тоже помогает справляться со стрессом, но главное, чтобы рядом никого не было, чтобы никто это не видел. Слушайте, покричать, вот я уже не первый раз слышу среди знакомых, там, среди приятелей, да, что очень популярна такая методика. Люди уезжают в лес и просто там кричат. Это на самом деле эффективно, да? Да, это работает. Также можно что-то сломать, но не так, чтобы кого-то повредить, да, взять старую посуду, например, и можно ее разбить. То есть выпустить весь свой негатив, который накопился внутри. Но опять же, чтобы никто не пострадал. Подушку безопасно. Побить можно, да? Подушку под можно побить, да. Вот все-таки, значит, тело в теле, да, вот очень много блоков. Наше психическое и физическое здоровье, они между собой тесно связаны. И наше психическое состояние отражается на физическом состоянии. Часто бывает так, что человек не понимает, откуда у него берется та или иная болезнь, а вся причина в том, что он испытывает хронический продолжительный стресс. Наверное, по тому, как мы ходим, как мы двигаемся, как, в каком состоянии наше тело, наверное, видно, да, что человек какой-то не расслабляется, или наоборот, видно того, кто расслабляется и умеет это делать. Да, очень на мышцах отражается, чувствуется прям такое уплотнение мышц, зажимы. Я это вот чувствую в своем теле, но, честно говоря, не умею расслабляться, но очень хочу научиться этому. И вы сегодня подсказали замечательные рецепты для меня и для наших слушателей и зрителей. И огромное вам спасибо, Юлия. Я жду вас в этой студии снова уже в качестве соведущей. И тем много, и они, я думаю, будут интересны всем тем, кто будет с нами в эфире. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо за участие. Всем хорошего вечера.